это мой первый опыт, мое первое знакомство с театром оперетты. И до сегодняшнего дня, с самого первого дня, это знакомство сопровождается только позитивными и хорошими эмоциями, которые меня подстерегают за каждым углом этого огромного театра. Да, конечно, весьма жаль, что этот единственный персонаж не вышел из-под пера гениального пера Льва Николаевича, но я так думаю, что этот персонаж в любом случае прописан в этом романе, и он там между строк, а такая совокупность всего в этой роли, и белая, и черная, и какая-то субстанция а-ля Мефистофель, я не знаю, и ангел, и бог, и все что угодно, да, этот персонаж идет именно от автора.